Илья Репин, один из отцов русского реализма, автор «Бурлаков на Волге», «Запорожцев», учитель Серова и Кустодиева, был последователем, апологетом религиозной живописи. Еще в отрочестве он состоял в артели иконописцев, а затем на протяжении всей жизни Илья Ефимович создает удивительное воплощение святых образов. Моление о чаше, Голгофа, Христос, благословение детей, Христос с чашей, Богоматери с младенцем, Тайная вечеря, Иисус в терновом венце – эти картины были естественным воплощением дум и настроений художника. После 1917 года советская власть неоднократно предпринимала попытки вернуть Репина на родину из Финляндии. Но попытки были безуспешны. Живописец-реалист прекрасно понимал всю безбожность и убожество нового режима. Вот что он писал в 20-е годы в одном из писем. «Когда чернь грабительски стала у власти и, расходившись, стала глумиться над всеми святынями народа, оскверняя церковь, я пошел в церковь и теперь нахожу, что церковь есть великое знамя народа, и никто никогда не соберет так народ, как церковь». Илья Ефимович Репин.